Ну что, друзья, всем привет, я продолжаю проходить третьего Ведьмака. Ух ты. Прохожу третьего Ведьмака, в прошлой серии я проходил. Ты мне мозги не пудри, Ведьмак. Да, прикольно, прикольно, прикольно. Ладно, окс. Я вижу, что одна можно пробить. В прошлой серии я проходил Ведьмачий касс, в этой серии... Призрак в таком месте застилает. Ладно, я даже не договорил. Друзья, в прошлой серии я проходил Ведьмачий заказ. В этой серии, я думаю, буду проходить все-таки либо ветку основного квеста, чтобы не отставать по уровню, потому что следующий Ведьмачий заказ — это уже 48 уровень. Все-таки до 48 уровня мне далековато. Вот. Ух ты. Интересно, я честно зашел сюда просто вообще случайно. Кости великого нищего. Призрак не упокоится, пока я не похороню его останки. В первой комнате были какие-то саркофаги. Может, воспользоваться одним? Прикольно, блять. Вот было бы такое почаще. Трансмутация малого генделя мусинь. О, мантикора. Прикольно. Блять, вот чисто вообще. Так, не очень. Готово. Теперь его душа должна обрести мир. Чисто случайно зашел сет мантикоры в итоге. Ну вообще же, вот, ну, не собирался, не ожидал. Но прикольно. Насколько я знаю, сет мантикор очень пиздатый, потому что можно там, по-моему, насколько опять же я помню. Так, секунду, надо посмотреть, где тут ближайший... Опять путь. Ну, можно проплыть, кстати, да. А, так что, насчет сета мантикора. Сет мантикора, по-моему, позволяет два отвара использовать. То есть отвар дает очень много очков отравления. Ну, вот, мое, это типа токсин. Статуя пророка либиды. О, кстати, могу на хате себе поставить. Вот. А дает много интоксикации. То есть два отвара пьешь, почти интоксикация на 100, там, 120%, грубо говоря. Ну, образно. Вот. А у меня перк на интоксикацию. То есть чем выше у меня Геральт потребил, чем больше токсинов, тем больше у меня там, по-моему, сила атаки или сила крита вырастает. Короче, от эйфории вот это зависит. Сейчас даже покажу. Вот этот перк. Да? Да, урон мечом и знаков увеличу. То есть чем больше я ёбнусь и, так сказать... Бахну. Интересный край. Это правда. А, это я типа сет мантикоры, да, найду, кстати. Почему нет? Давайте сделаем. Сделаем в этой серии, да? А, первый будет вот здесь. Во-первых, я исследую много вопросиков. Опять же, там, возможно, места силы, которые мне нужны, пиздец, как. Потому что я все еще не могу исследовать вот эту эйфорию, потому что... Сколько у меня? Два. А мне надо три очка умений. То есть три очка умений открывают одну эйфорию только. Мутагены у меня вроде есть уже. Я их нафармил. Когда лабораторию у себя открыл в Корво Бьянко. Объединил. Так. Сюда. Все-таки я все-таки коллекционирую сеты, так сказать. Поэтому мантикора нужна для фулл коллекции, так сказать. О, блядь, нихуя себе. Ладно. Давайте что понемся. Это велохвост, да, по-моему? Да. Ты родной, блин, ты еще. Бля, арандит это имба, пиздец, ну это вообще жесть какая-то. Жесть, просто у него с каждым ударом урон все больше, больше, больше. А когда у меня будет эйфория, там такой дэмэдж будет проходить. Но главное не сдохнуть, просто я как рак могу. Но мне позволяется, я рак в этой игре, поэтому официально признаю, что я рачина. Да не, на самом деле просто не ожидаешь такого урона. Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Миртена?
Так, во-первых, тут спрятанное сокровище какое-то есть. Вот здесь. Ух ты, блядь. Брукса, да? Тварь. Где? Блядь, ебать она, фу, противная какая, голос у нее. Ай. А, альт. Тварина, блядь. Так, я знаю. Надо лунную пыль. Ау, оу, оу. Все, родная. Никуда не съебешься ты теперь. Дуралейка, блядь. Ты что тут орешь, блядь? Ну-ка, разорвалась, тварь. Ой-ой-ой-ой. Блядь, сильная тварина, блядь. Так, давай, давай, давай. Чуть-чуть погори. Оп. Еще. Оп. Че, лунная пыль упала, что ли? Нет, она же не должна у нее упадать. Так, мне надо черную кровь было выпить. Да? Я думаю, она не помешает. Фу, блядь, я ж немножко, честно, я даже, ну, не то, что я испугался, а как-то это. Меня же вздернуло, блядь, не ожидал вообще-то какую-то тварь, блядь. Ну, еще заорал, а у меня в наушниках пиздец тут громкость. Ну, давай, давай, ага, ударила, ударила. Давай, еще, еще. Ага. Тварь, блядь, где ты? Так. Тебе не до смеха, дура. Эй, блядь. Тварь. Сука. Ну и дичь, конечно, реально. Чё жёстко, блядь. А чем Альп от Брукса отличается? Альп это вампир, внешне похожий на Бруксу. Кое-что из этих... Кое-кто за это их привидение, значит, не очень подходит. Поскольку привидение тоже преследует обязательно. И обычно привидение женскую форму, но могли немного как животное. А, кстати, блядь, я масло-то против вампиров не использовал. Ебать, я даун. Ну ладно. Так, она подает ночью на вселенную альпу, усыпляет бодрость человека. Патрон ночью находится без капли крови в венах. А Бруксы. Блять, ничем не понятно. Брызгут куда острыми когтями, да? А Альпы? То же самое, блять. Просто картинки разные. Ну, типа, потому что там, ну, разные люди, они превращались же в вампиров когда-то. Так, кому надо почитать? Тюремный эксперимент. Найти сокровище. Так. Медитирую-ка я чуть-чуть. Тварина, блять, ну реально, я вообще как-то вообще прям не ожидал. Мне аж, блять, это записки приговоренного к смерти. Она, наверное, и убила его, нет? Опа. Так. Может, и здесь? Такие укромные места. Записки приговоренной. Это форт. Тюрьма бывшая, что ли, или что? Записки приговоренного к смерти, приговоренной к смерти. Так. Так, ищем, ищем, ищем. Что-то нихуя я не наищем. Опа. Ага, скорее всего, вот это. Да. Ну, кстати, да. Хорошая лутовая, на самом деле. Красный, зеленый, зеленый, красный, да? Дополнено. Так оно выполнено, по идее. Ой. Так, охота школы Мантикоры. Где тут? Это я еще не нашел, но где-то здесь. Скорее всего, он там на башне. Как всегда, все сеты ведьмачьи достаются, блядь. Ну, типа, надо лезть куда-нибудь, какое-нибудь очко, блядь. Ну, я же говорю, логично, блядь, просто логично.
Узник и дневник. Да, это форт, тюрьма, походу. Судя по дневнику, едва выйдя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру, где вроде как обитал пророк Лебедар. Туда и отправимся. Да, только эта пещера далековато, да? Бля, ну прикольно, мне нравится вот эти все, это вот вампиры, блядь, вся эта херня. На самом деле, на самом деле очень прикольно это. Хоть я чуть не кекнул. Блядь, а вот какой-то, давайте, может там тоже этот... В смысле, там могут быть задания с доски. Заказы ведьмачьи, все такое. И, может быть, фаст трэвел. Так, вот какой-то дом вообще стоит непонятно рядом с фортом, блядь. Меня, если честно, даже немного напрягает. Типа тут Брукса гуляет. Не дом ли это Брукс? Закрыто. Скорее всего, какой-то квестовый будет дом. А может и нет. А может и да. Кто-то рисует что-то там. Я думаю, все-таки тут деревья. Блядь, нихуя себе. Там просто циклопище, нахуй. Так, мне черная кровь тут не нужна теперь. Все отвары не пью. Ну, я пью, а так Кима. Ладно. Так, что тут? Увеличить максимальные очки здоровья, касатка, ласточка, белый мед, интоксикацию, это не надо, морибор. Ускоряет генерацию очков адреналина, да? Кстати, можно его пить. Сразу фул очки адреналина будут. Да? Думаю, нормальная тема, будет морибор пить. Давай. А, я думал, он сдох, блин. Оу. Что? Ебать, рандит ебёт. Всё? Ха-ха. Всё, люди, возвращайтесь. Чё присел-то? А, помедитировать, пока люди вернутся, в смысле? Какие люди вежливые, ни разу не побеспокоили. Так, ну ладно, тут не удалось чекпоинт открыть. Придется все-таки бежать. Ну, до сюда. Потому что по пути. Это раз. И во-вторых, опять надежда, что там есть чекпоинт с фаст-тревелом. Просто их надо открыть побольше. Я, конечно, могу мод поставить, где они открыты. Типа, это облегчает игру в плане того, что не надо вот этой беготней заниматься. Но прикол в том, что когда я занимаюсь вот этой беготней, я открываю все новые локации, вот эти деревни, типа, все эти значки и все это херня. Так, лесопилка. Тут, может, какие-то там гули там, блядь, поселились. Гнездо чудовищ. Вот. Опа. Кто тут? Гарпи? Ага. Тварь, блядь, на. Забил просто до смерти, нахуй. Это чё, блядь, выебывайся. А я, дура. Неадекватная. Так, где там еще летает кто-то? В смысле, это все? А гнездо гарпи где? На... Да, и ну, походу там. Но тут я залезу вот так. Logic? Ох, нихуя, они даже чувака туда утащили. Ебануться. Так, здесь где? Гнездятся гарпии. Да ладно, блядь. Блядь, обязательно бомбу тратить. Аджара Гуджу. Все. Ну только не сломай себе ноги, ебаный Ронгерн. Блять, я не ведьмак, но если я с такой высоты упаду, я, блядь, себе ничего не сломаю, не буду. В смысле, здесь больше ничего нет? Сапоги баклерского офицера. В смысле, это все, блядь? А, вот. Кстати, вот о чем я говорил. Fast travel. Так, чуть-чуть эльфский был. Гномские инструменты.
Может, в этот дом хоть можно зайти? Ага, хуйца, да? Шато мой, блядь, туда-сюда. Что? Что? Что за баг, блядь? Ага, нет, нельзя, короче, в дом этот попасть. Ладно, хер с ним. Построил, нашел, и это главное. Здесь дворцовые сады, да? И, блядь, в ебенях. Ладно, дворцовые сады. Часовня какая-то тут будет. Все-таки мантикора прикольная. Мне очень нравится она. Ну и по виду она пиздата, реально. Как бы тут даже спорить сложно. У меня три дублета. Но, блядь. Но реально, вот для меня волк, кот и медведь просто one love по виду. По виду это, наверное, будет топ-1, это все-таки... Ну, все-таки, скорее всего, медведь, потому что, ну, реально, это прям броня, ведьмак, там. Второй, это, скорее всего, будет волк. Блять, я вообще куда бегу? Не сюда. Второй, это все-таки волк. Третий, это кот. Кот, потому что, ну, типа, там такой... Блять, вроде прикольно, капюшон, таинственно, но капюшон уебищно сделан, вот честное слово. Вот как он в трейлере, там, в капюшоне, с накидкой, блять, вот. Что-нибудь такое бы поэкспериментировали, да, но сделали какой-то, типа... Ну, шляпа, блядь. Нет, кот пиздато выглядит, но шляпно в плане того, что вот этот, блядь, непонятный капюшон, типа, блядь, типа, ну, какой-то гандон на башке, вот реально. По-другому, блядь, не скажешь. Чёртная впадина. Угу. Блин, я уже подумал, место силы, это жила золотая, да, похоже? Прямо как описывал великий нищий. Часовенка, где выходил мертвым, должна быть в той пещере. Бля, только не вырубайся. Пиздец, сейчас вырубится. Твою мать. Сейчас еще гоблины начнутся, да? Что творится? Ты напомнишь меня? Голый женщин. О! Брукса, тварь. Где там лунная пыль? Оп. Масло против вампайров. Я в прошлый раз забыл. Ну теперь-то я не забыл. Где эта тварь, блядь? Ой, ебать, я ее разъебываю просто. И в смысле их две? Или рагуша, блядь? Нано. Отсыхай. Бля, прикольно то, что она умирает, типа, как в ролике, да? Даже если Брукс и галлюцинация, дрались они как настоящие. Ну да, они галюны, потому что они мне не нанесли даже урона. Хотя они по мне попадали. Что я тут должен быть? Наверное, туда, да. Ой-ой. Моих попрошайте в таком месте. Должно быть это какое-то испытание. Помогите. А он исчез. Тот милс. Тот настолько сильно просил, что аж сквозь землю провалился. Сударь. Этот последний. Интересно, что теперь? Было бы неплохо, если бы меня отпустило, блять. О, походу отпустило. Человек это уже не может. Иллюзия тоже. Бля, какой рандит все-таки сильный меч, это пиздос. Так, это все иллюзия.
Дальше бежим. Чё там? Так. Наверняка наверх. Может быть. Этот человек очень похож на Лебеду. Нихуя себе. Брутулёк. Больше никаких людей. Ну, может, это какая-то реликвия. Чтобы полностью искупить грехи, Мертен удалился на озеро. Надо туда сходить осмотреться. Может, это какая-то реликвия. Озеро очищения. Блять, а чё? Через воду можно выбраться, надеюсь? Аджара Гуджу. А, типа... хуй там, да? Блять, больше всего терпеть не могу. И чё мне обратно бежать по всему этому пути там уже? Ебаный, сюда отпрыгнул, всё реально. Бред какой-то. Нельзя было сделать там какую-нибудь, типа, блядь, дырку, чтобы хуяк выпрыгнул туда в озеро и попиздовал, так сказать. Блядь, а я откуда пришел? Я не кругалями, надеюсь, бегаю. Так, ну вроде я нашел выход. Так. Блять, конечно, скакать. Да хуямба. Но надо обскакать, правильно? Ну да что, даже здесь не хочешь про... Блять, вот Red Dead Redemption, конь, блять, хоть за тобой, хоть в горы, в снег, хоть нахуй в воду, хоть еще куда-то. Здесь, блядь, плотва увидела лужу. И нахуй я не пойду туда, да? Охуенно. Жить. Так. Пошла. Пошла. Нахуй. Так. Холера. Чё? Что-то здесь не так. Например, тут водная баба. Где ты, тварь? Оп. Хорошо. Нет, похилим сейчас. Давай. Высох. Высыхай, дуралей. Все, отметочка есть, блядь, заебись. Вот поэтому я и говорю, что как бы... мод на быстрое путешествие — это заебись, но... потом... как бы... много пропускаешь доп квестов. А когда бежишь, всякие сокровища находишь. Поэтому плюсы очевидны. Конечно, это очень время затратно. Вот так бегать, как я бегаю. Это просто крайне трудно затратно. Ой. Мне вот эти графомонии. Очень время затратно. Просто время дохуя тратится. Бежать туда, бежать сюда, бежать туда, чтобы там, блядь, добежать просто до чекпоинта, ты такой, блядь, минуту-две там хуяришь, да, потом там загрузка, время, сюда, а тут сразу шик-шик-шик все сделал и норм. Но я говорю, как уже теряется вот эта составляющая игры, когда там какие-то... тут вроде нету случайно генерируемых квестов, о. Бинты. Что там такое? Что стало, Гастон, давай. Бинты. Бинты, да где они? Хуя там. Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть — вопрос нескольких минут. Боги. Что тут произошло? Я
Я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь перебинтовать, и тут вы появились. Встань и отойди от него. Что? Я? Но чего вы от меня хотите? Не заставляй меня повторять. Так-то да. Может, объясните, что криков каких-то я что-то не слышал. Понять, не врешь ли ты? Если бы эти удары нанес ты, ты был бы весь в крови. А у тебя только руки измазаны. Все в порядке. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А, понятно. Вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая, края гладкие. Колющее оружие или мощные когти? Может, виверна? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт патиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите, я пойду с вами. Да ты шутник, это тебе не забава. То, что убило этого человека, крайне опасно и... И, может быть, где-то поблизости. Так что, если вы не против, я предпочту остаться с вами. Хм, так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Ладно. Выполню это задание. Дорога ведет к дому на холме. Блять, что? А там гробовая тишина. Да, надо будет убивать все это дело. Бэнс. Эй. Бэнс. Ух ты. Твою-то мать. Заколото. Больше дюжины ударов. Некоторые нанесены посмертно. Тело пробито очень мощным ударом. Сталь он прошел насквозь. Нагрудник такой же, как у человека с тракта. Вампир. Горло разодрано одним сильным ударом. Рядом щит, сталь выщербленный. И церемониальный меч. Работа Айнсиде. Церемониальные чаши? Для жертвоприношений? Каких? Прошу, не говорите, что человеческих. Следы огня. Что-то здесь горело? Взорвалось? Какой крепкий запах. Множество ран на теле. Раны колоты, но отчего непонятно. Это человек, но одежда эльфская. Вы уверены? Откуда он ее взял? У нас в Тусенте нелюдей совсем мало. Убегал, потом упал на землю, чтобы сбить огонь. Безуспешно. Запах гари становится слабее. Может, кому-то удалось отсюда убежать. Куртка горела, он содрал ее себе, бросил и помчался дальше. Угу. Какой-то звук есть. Послушайте, может, там нет никого? Я знаю, что ты внутри. Слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем. Они все еще там? Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. Кто такие они, о которых ты говорил? Это... Я не знаю, кто это были. Духи. Все случилось так внезапно.
Мы готовили сценку. Девитав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать, сорвал куртку, забрался сюда и запер за собой дверь. Я слышал, как они ломятся в дверь, решил уже, что вышибут и мне конец, но потом все затихло. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин, правитель этих земель и председатель исторического общества Тусента. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения, но такое у нас впервые. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа. Наверное, каргадуха или стуба. Карго... что? Лучше всего, конечно, все повторить. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы эта тварь нас убила? Нет. Хочу, чтобы она никого не убила, поэтому мне и нужно, чтобы ты заново ее вызвал. Тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда. Дюран, как думаешь, я смогу в одиночку разыграть эту сцену? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусента. Понадобится хотя бы 3 человека. Вы знаете, о чем я хочу попросить. Мне нужна ваша помощь. Но я пойму, если вы откажетесь. Нет возражений? Хорошо. В таком случае займитесь телами. Время есть, представление будем устраивать ночью. Вещи такого рода после захода лучше получаются. Остается только вопрос моей оплаты. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Прикольно. Интересно, как этот дух выглядит. Каргадух, ступ. Я буду королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграете эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девитав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Ебать, переоделся, конечно. Так, нужен Ирден, наверное, будет сразу приготовить. Или Квен, в общем. Девитав положил у ног Людовика Биннель, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Мешайте церемонии. Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Где эти щиты и меч? Сгибая спины, эльфский и молвил Людовик. Я принимаю твою власть и вернусь через год. Нихуя себе. Смотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка! Нихуя себе. Так кто меня так ударил, блядь?
А, это баба Макс. Ебануться так пигнуть. Это что такое, блядь? Да что, блядь? Тварь, блядь. А, еще появилось. Это, блядь, вообще норма. Ай, сука. Твари, блять. Скульптуры? Они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... Может, мне лучше начать сначала? Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако, он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Горгоной в 782-м. И хорошо, что так. Ведь Девитаф собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы — воплощение коварства. Тьфу. Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю, а людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да, в каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак. Но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Надеюсь, дал, блядь, монет, нормально. Ой, иди нахуй, чуть не сдох, 3 соточки мне дал. Ну что за, блядь, черт. Пиздец. 3 сотки накинул я в Акс СР. Бля, прикольный квест. Интересно. Very interesting, так сказать. Так, а я выполняю что? А, я же вообще выполняю охоту за сокровищами мантикоры. Я думаю, уже сейчас добегу до туда и все-таки в следующей серии. Потому что опять сейчас получится часовой ролик, блядь. Это будет очень не очень. Так, это волчары меня не интересуют. Ага, тут арахноморфы. Так. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Панцережет. Ах, промазал. Так, все, хорошечно. Так, ну что, друзья, увидимся в следующей серии. Как раз в следующей серии, я думаю, дособеру этот сет мантикоры и буду проходить основную сюжетку. Пройду, наверное, 1-2 квеста, чтобы по уровню меня подтянули. Увидимся в следующей серии. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока!